В газете «Рабочая правда» проект под названием «Счастье в кадре» стартовал еще в феврале 2014 года, и с тех пор он стремительно набирает обороты. Каждую пятницу и субботу в объектив фотокамеры попадают самые трогательные моменты регистрации брака полевчан. Новые семьи жителей нашего города можно видеть на страницах городской газеты и на сайте bazhopol.rf. Практически все пары, все молодожены соглашаются на публикацию фотографий. Ну, за лето, конечно, лето самый урожайный период. Где-то пар по 10, в среднем 12. Но сейчас уже, конечно, поменьше. Лето заканчивается, и сезон свадеб тоже заканчивается. Многие молодожены, конечно, очень рады, что этот счастливый момент запечатлен будет на фотографии. Рады, что их фотографии появятся в газете, так как родственники, друзья могут их посмотреть. Конечно, соглашаются, бывает, думают, соглашаться или нет. В этом плане, конечно, помогают хорошо свидетели, потому что они да-да-да, поддакивают, конечно, говорят, конечно, печатайте. Вот. Ну и родители, конечно, очень рады, когда узнают, что в нашей газете «Рабочая правда» напечатают фотографии их детей. Ксения Бураева, сотрудница редакции газеты «Рабочая правда», рассказывает, что присутствовать при таких моментах ей очень нравится, и тем более запечатлевать эмоции молодоженов. Свадьбы мне нравятся, потому что здесь эмоции людей настолько сильны, они все такие счастливые, довольны, все улыбаются. Ну, приятно посмотреть на такие пары. Оказывается, можно и кое-чему научиться. Очень понравилось мне снимать золотую пару. Вот Геннадий Ерманович и Людмила Николаевна Рожковы. 50 лет совместной жизни в браке. Это большой пример для нас, для молодежи, вот, как жить в браке, как настолько долго прожить в браке, ну, это большой труд. Вот, смотря на такую пару, веришь, что это возможно. Теперь проект «Счастье в кадре» стартует и в эфире нашей телекомпании. Мы познакомим вас с новыми семьями Полевского. Также любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся ему пару на сайте информационного портала bazhopol.rf. По итогам голосования лучшая пара получит приз. Алина Меншина, Константин Миронов. Новости Полевского.